Всем привет, меня зовут Алексей Исаев, я предприниматель, создаю множественные источники пассивного дохода. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать довольно простую и рабочую схему, как можно за первые 30 дней сотрудничества с круизным клубом Incruise заработать $4650. Сразу же оговорюсь, важный момент, что если вы ставите перед собой такую цель, то это обязательно должна быть командная работа, и я готов вам в этом помочь. Вы сначала посмотрите, убедитесь, что расчеты все верны, и что вы, самое главное, хотите достигнуть такого результата за первые 30 дней. А моя уже задача будет вам помочь в этом, построить весь рабочий процесс таким образом, чтобы мы действительно за 30 дней вместе с вами достигнули этой цели. Итак, каким образом зарабатывается такая сумма денег в первые 30 дней сотрудничества с клубом Incruise? Ну, схематично обозначу. Есть вы, ваша задача, ближайшее время, ближайшую неделю, может даже несколько дней, пригласить 5 человек. 5 человек, при этом они все заходят как VIP-партнеры, то есть на $295. То есть вы их можете приглашать либо в бизнес, также заработать такую же сумму денег, либо вы просто приглашаете их на бесплатное членство. Потому что бесплатное членство в круизном клубе Incruise подразумевает, что нужно пригласить всего 5 своих знакомых, друзей, и вы получаете бесплатное членство. Но чтобы людей приглашать, вы должны зайти именно как партнер, как VIP-партнер на $295. То есть из них $100 это вам идет на счет круизные доллары, 200 круизных долларов вы сразу получаете, а $195 это как бы ваша годовая так называемая лицензия, то есть вы имеете возможность подключать новых партнеров, членов клуба и так далее. Так вот, что происходит дальше? То есть вы пригласили 5 человек, каждый из них по $295. Распишем, параллельно будем писать, какой при этом у вас будет сразу заработок, какой доход, и потом сложим сумму, и у нас в итоге должно получиться $4650. Вы будете получать как круизные доллары, так и американские доллары. Смотрите, вы только зарегистрировались, $295 заплатили, 200 круизных долларов уже у вас на балансе есть. Вы приглашаете 5 человек в течение 30 дней, ну, в идеале это нужно сделать в течение первой недели. Чем быстрее, тем лучше. У нас есть мгновенный бонус. За первого человека вы получаете $50, за второго 60, за третьего 70, за четвертого 80 и за пятого $90. То есть итого суммарно получается $350 вы получаете. После того, как вы подключили 5 человек, прошло 30 дней с момента вашей регистрации, вам круизный клуб Incruise начисляет на баланс еще $200. И будет это делать постоянно, ежемесячно, каждые 30 дней, начисляя по $200. Благодарность за то, что вы подключили еще 5 человек к круизному клубу. Дальше, что происходит? Вы помогаете каждому из вашей пятерки также выйти на бесплатное членство или также включиться в построение бизнеса здесь. То есть каждый приглашает по 5 человек, и вы уже им в этом также помогаете, как буду помогать вам и я. Что при этом происходит? Каждый из вашей пятерки также зарабатывает по $350 за своих 5 приглашенных людей. То есть вот 350, которые вы получили, также каждый из них получит. При этом у нас есть такой интересный следующий вид бонуса, как матчинг бонус. Матчинг бонус, то есть он равняется той сумме бонуса, которые получили ваши партнеры в первой линии. То есть итого у вас 5 человек по $350 получили, ваш суммарный доход $1750. То есть это 5 человек по $350. Откуда эта сумма взялась, чтобы вам было понятно. Дальше, за то, что вы пригласили 5 человек в
первый же месяц вам дополнительно начисляется еще 250 круизных долларов. Вы пригласили пятерых. В течение 30 дней каждый из вашей пятерки, повторюсь, это командная работа, каждый из пятерки пригласил еще по 5 человек. То есть в первой линии у вас 5 человек, во второй линии 25 человек. Всего у вас получается 30 человек уже в группе за первый месяц. За это вам компания в благодарность выплачивает, во-первых, круизными долларами 1250 долларов. Итого у вас получается 1900 круизных долларов уже на балансе в первые 30 дней сотрудничества. Что такое круизные доллары? Ну, кто не видел мои предыдущие видео или вообще презентацию круизного клуба InCruises, круизные доллары — это именно та валюта, то есть та сумма, которой вы будете рассчитываться за выбранные вами круизы. У нас более 5500 круизов в нашем поисковике. Мы сотрудничаем со всеми самыми известными, самыми популярными круизными линиями. И вот на 1900 круизных долларов вы уже можете выбирать любой круиз, любое направление, куда бы вам хотелось, вместе со своей семьей, с кем вы желаете, с друзьями, пожалуйста. Повторюсь, это за первые 30 дней. Плюс, также благодарность за то, что вы в первые 30 дней подключили, собрали команду в 30 человек, вам еще дополнительно компания начисляет 300 долларов. Это лидерский бонус. И 350 долларов. Это за то, что вы в первый месяц собрали команду в 30 человек. 30 человек. Итого суммарно, если подсчитать, получается 2750 долларов. 2750 плюс 1900 круизных долларов, получается 4650 долларов суммарно ваш доход за первые 30 дней. Часть из них, 2750, вы получаете американскими долларами, и 1900 – это та сумма, на которую вы выбираете себе круиз, путешествуете уже бесплатно, и дальше можете развивать, строить свой бизнес с того момента, как у вас кто-либо из вашей пятерки, то есть у вас есть 5 человек, и первый, кто пригласил также пятерку, то есть вышло на бесплатное членство, у вас еще включается пассивный доход. Здесь пассивный доход в глубину идет в зависимости от того, сколько людей у вас есть в первой линии. Максимально до 20 человек. То есть если у вас 20 человек в первой линии, все они на бесплатном членстве, у вас 20 человек в глубину вы получаете с каждого партнера. С каждого партнера вы получаете по 5 долларов. Если взять максимально возможный результат, 20 уровней в глубину, ваш ежемесячный пассивный доход составляет 9000 долларов. Это только один вид дохода из множества, которые есть в круизном клубе InCruises. Это чисто пассивный доход. То есть люди проплачивают свое бесплатное свое членство в клубе, либо же они уже на бесплатном членстве. За это вам компания начисляет по 5 долларов за каждого человека. Итого суммарно получается 9000 долларов, американских долларов, вы ежемесячно получаете в виде только пассивного дохода. Я считаю, это очень интересные цифры, интересная математика. Предлагаю вам разобраться в этом, принять для себя решение. Присоединяйтесь к нам, давайте путешествовать по всему миру и при этом зарабатывать вместе. Благодарю вас за внимание, надеюсь, это видео было полезным для вас. Подписывайтесь на мой YouTube-канал и до встречи в новом эфире. Всем пока! Здравствуйте, уважаемый зритель! Благодарю вас, что до конца досмотрели мое видео. Если вам интересно и хотели бы узнать больше информации по круизному отдыху по всему миру и по очень доступным ценам,
Приглашаю вас на живую презентацию и посетить онлайн-конференцию в прямом эфире, где вы узнаете очень много интересного для себя и отзывы многих людей, которые съездили и отдохнули на океанских лайнерах по всему миру. С моей стороны в качестве наставника вам будет оказана всевозможная техническая помощь и поддержка продвижения карьерного роста от нуля до результата, а также в качестве бонуса вам будет предоставлена всевозможные бесплатные уроки по развитию личности и настройка социальной сети Инстаграма, Фейсбук, ВКонтакте. Ссылка для бесплатного регистрации и на живую онлайн-конференцию находится под видео. Ставим лайк и подписываемся.